Что, все охуели, что ли, тут? Что, тухлую курицу делаете? А? Давайте хозяина зовите. Вчера в Екатеринбурге полиция при поддержке общественников, кажется, нахлобучила наконец-то опасных для жизни и здоровья жуликов, из-за которых время от времени даже самые честные и чистые предприниматели и шаурмятники превращаются в отравителей своих преданных клиентов, причем в массовом порядке. В хозяйственном помещении по адресу Ново-Свердловская ТЭЦ 8Б разместилось производство бесконечно далекое от энергетики в любом виде. Здесь время разворачивалось вспять, и то, что сюда заезжало как тухлятина с просроченным сроком годности, уезжало отсюда в точке общепита, в основном Екатеринбурга, в виде свежей продукции из мяса птицы. Вот такими гигантскими сосисками, например, которыми заряжаются аппараты для поджаривания мяса для шаурмы. Народный контроль действовал крайне самоотверженно и смело, с учетом того, что засиженное мухами помещение было полным-полно горячими южными мужчинами, и у каждого в руках очень острый ножик, и владели они ими весьма виртуозно. Что это? Свежая. Где свежая? Вон вы разделываете просроченную курицу. Не разделываю, это же отброс. Что? На выброс. Что на выброс-то? Кто хозяин у вас? Полицейские второго отдела полиции Екатеринбурга выяснили, что закупленную по дешевке куриную прострочку здесь снабжали новыми этикетками, и она становилась опять годной в пищу. Либо упаковку вообще срывали, мясо избавляли от костей, вымачивали в семи водах со скипидаром, и они, как в сказке про золотого петуха, снова становились после таких купаний цыплятами, иногда даже бройлерами. Судя по печатям, официально здесь действовал индивидуальный предприниматель Терчиев Гейбулах Шабанаглы. Он и дает сейчас показания. А мы покажем, так сказать, производственную цепочку по омоложению и воскрешению протухшей плоти. Вот такое устройство используется для того, чтобы курицу накачивать различными жидкостями. Как это видели многие ролики, берут тушку, ее протыкают и закачивают каким-то жидкостями, чтобы увеличить ее вес. Здесь это тоже присутствует. Здесь мы видим тушки, которые просроченные, купленные. Их просто разделывают, разрезывают, разрезают и отправляют на стол. Сюда мы заходим в холодильник, видим готовую продукцию для приготовления шаурмы. Многие, наверное, видели, когда покупали шаурму, как повар ножом отрезает готовое жареное мясо и курицу. Вот теперь знаете, как это все производится, кто этим занимается, и шаурма не самый вкусный, на самом деле, не самое вкусное блюдо. Сейчас покажу, как маринуется все. А здесь непосредственно мясо проходит мариновку. Видите, как курица очень аппетитно маринуется и доходит до готовности. Так маринуется мясо для шаурмы. Закидали коробками, чтобы мы не видели. Потом вся эта курица насаживается на эти приспособления, отправляется предпринимателям, и я думаю, после увиденного многие не захотят это есть. Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщает, цитата, «В ходе проверки, проводимой на предмет наличия признаков статьи 238 УК РФ, производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, выясняется, в какие именно торговые точки поступала просроченная продукция. Также принимаются меры к установлению и опросу всех участников этой деятельности. Кроме того, в ходе проверки будет даваться правовая оценка действиям, возможному бездействию, контролирующих органов по соблюдению миграционного законодательства. По итогам проверки СК России будет принято процессуальное решение». Конец цитаты.